О 75-летии освобождения Беларуси говорят и в соседних странах. Операция «Багратион». Как это было? Об одной из самых крупных стратегических битв в истории рассказывает выставка в Москве. Это совместный проект Российского музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Оккупационный режим, формирование партизанского движения, освобождение Витебска, Могилева, Бобруйска и Минска. Историю собрали по фотографиям и документам. Здесь же письма и личные вещи солдат. Есть даже партизанские протоколы допросов пленных нацистов, акт чрезвычайной государственной комиссии об уничтожении Хатыни. Из Беларуси в Москву привезли уже ставшие хрестоматийным и фотографии регулировщица «Красные», флаг над Минском и много уникальных графических работ. Графические работы наиболее интересны, потому что графика создавалась по горячим следам. То есть авторы зарисовывали непосредственно места боев непосредственно после боев, после разгрома противника. Отдельный стенд посвящен талантливым полководцам, героям Советского Союза, которые приближали освобождение Беларуси.